О. Алсу, помогай. Окно вообще преобразилось. Алсу, пойдем. Давай, вот еще. Вообще красота. А смотри, вот если взять вот так, пусть вот в камеру смотришь, вот здесь как будто один цвет, а здесь другой цвет из-за шторы. Здесь получается две гирлянды и лампочки индивидуально вот здесь переключаются. И где-то здесь кнопка, вот. Опа. Вообще, прям вообще Новый год. Красота. Вообще классно, да? Кстати, вот эти вот гирлянды, это про те, которые мы показывали в Wildberries. Вот так они выглядят. Вот такое качество. Как говорится, это как не на картинке, не в интернете, а вот как они на самом деле выглядят. Так что забегайте. Чё? А она сейчас поменяется цвет, смотри. Опа, и все загорелось. Вообще, класс, да? Угу. А посмотри, как камера смотрится вообще через камеру. Обалдеть! Красиво, да? О. И дедушка, а я за та. За бомбончиком полезет. Фигня. Все, мы поехали по друзьям дарить подарки. Клеенку убрали. Иди сюда, пилотик. Нельзя. Наш гусь. Тесто слоеное, бездрожжевое. Вот такое вот тесто взяли. Мы будем сейчас мочить. Что, наверное, на досточке или как? А мы потом вытрем от масла. А может быть, досточку? Не, она сейчас впитается в это. Ну, давай я лучше этот накрою обратно в кафель. Ты ее не разворачивай, ты ее Нет, я хочу так вот. И постелить обратно. Ушла с кафель, душила в другое место. Сейчас приду, да, скажу, что это с кафель, это не так. Подожди, я вытру. Гусь у нас это замерз. Почему на веранде? Нет. Сейчас быстрее хочет в духовку. Что, прям сюда ставить ее? Да, подожди, давай я почти тесто раскатываю. И на тесто мы его ставим, а потом вот так тенс. И что? И он будет нормально будет? Да. Да? Он же пропечься должен. Да пропечется? Так, погнали. Здесь у нас получается в этом тесте. О, 4. Надо будет раскатать. А как же 4 раскатать? Давай попробуем так. А я раскатаю, у меня сил побольше. Ты порвешь? Не должен порвать. Что, извиняться лезешь сразу? А чё? О, сорян. Тоньше надо раскатывать? Сколько тоньше? Как на пельмени? Четыре листа, как вот их это, как его упаковать, а? А что если ставить лист и, грубо говоря, их вместе с собой скатывать? И потом как это, да? Да, и потом как шоу, вареник, это, хопа. Руш, так порвать можно тесто? А я же аккуратно. Ну, заплатки делать. О, клеточку. Тесто в клеточку. Два, печеньки в клеточку, или туда башенки. Просто не надо его поднимать. Ну просто катай и все. А потом ты его точно порвешь, потому что он же прилипнет. Так, все, здесь раскатай. Руша, ты неправильно катаешь. Вот так не надо катать. Да? Вот вышел, выгнал. Так не надо. Видишь, у тебя какие великие чудо-бантики здесь.
даже ты же видишь, сколько уходит. Ай-я. На. Извиняем, этот пекарь как из... И как из пилотика балерин. Так, а есть рядом еще? Ну вот я говорю, вот так же, и оно склеится между собой. Одно, да? Один на один, да? Мы его положим, потом еще одну такую же раскатаем, да. И сверху, и по бокам вот так вот ду-ду-ду-ду-ду-ду. Простеплером, да? Да? В смысле? Степлером. А, вот так, один на один. Да, да. Вот я придумал. Ладно, раскатывай, у тебя же силы больше, ты говоришь. Ну просто видишь, вот так просто тяни его, вытягивай потихонечку. Все, я понял, да. Вот примерно до этого размера. Вытягивай. Ничего страшного, я голову. Ответственный такой момент. Та-да-да-дам. Встав, вставай, накладывай. Вот так. Открываем. И теперь давай аккуратненько это. А вот смотри, мы его так сверху. Раз и все, да? Смотри. Что-то будет очень симпатично. Да, нормально. Где-то, смотри, много теста, где-то будет меньше теста. Кто-то любит тесто, кто-то нет. О, я тесто люблю. Как-то у нас по-русски получается. Нормально. Я ну, вот тебе гарантию даю. Чем-то красить. Ага. Давай мы его вот так вот полюбим. Вот так просто вот прижмем. Только так, чтобы он не порвался. Давай пилочку это, дадим. Он лапкам быстро полюбит. Он своих как это, коготками красоту наведет. Вот, он тянется. Надо было прутень. А ты не кучил бы? А сейчас я кручу, ничего. Ну, пусть немножко отдыхает. Все закрыто у нас. Ну, все нормально. Нормально. Самое главное же что? Чтобы еще вкусно было. Да. Не только чтобы красиво. Ну, мы же не в ресторане. Мы же, да, не повара. Так все прям идеально делать. Ну, в том году гусь был. Ой, вкусный. Не помнишь? А мы его не помним. Мы его в рукаве делали, да? Теперь надо его как-то это... Давай вот туда положим его. Здесь хотя бы масло. Он сейчас там прилип. Я вот так понимаю. А ты там отсоединяй потихонечку. Опа. Чтобы он не порвался. Опа. Все, да. И вот сюда. Ничего не будет здесь. Он здесь мне прилипнет. Так, разогреваю духовку на 180 градусов. И гуся мы на пергамент. Лишний пергамент лучше от этого, да? Он может сгореть. Гореть, да? Лучше его убрать. И, кстати, смазать сверху. И все надо. А мы смажем сверху домашний. Желтенький. Так. Сейчас я яйцо возьму. Опа. Так, сейчас вздохну. Тебя любил. И ты его предал. Все. Пошли готовиться. Да. Что приготовился. Я тебе этого не прощу. Если не приготовился. Опа. Ой, какой тяжелый.
Вот так и вот так. О, о, классно, спасибо большое, очень интересно. Пойдет. Ну, короче, будем затапливать камин. Подожди, пока подержи на руках. На, или давай на кордонку. Да я думаю, это не надо тебе открывать. Думаешь? Здесь тяга без этого очень такая хорошая. Огонек. Ты смотри, аккуратно, тебя могут со самого затянуть туда. Тяга такая, говорю, затянет тебя в легкую. Ну это же задняя спина, я знаю, это платье. Чего ты? Ой, мамочка, там все живо, котик. Мы договорились про цвет галеты, что-то там есть. Я не заглянула. Ему повезло, что дверь туда открылась. Радуется, короче, здесь. Счастье полной страны, столько внимания, столько людей. Где мамочка? Здесь накрывается на стол, пужеры. А стол больше не раскладывается, да, Кантимай? Нет. Не, он по максимуму растянут, больше нельзя растянуть его. Ну, ты которого ищешь? Салат. Камила. Это селедка под шубой. Наверное. Да? Да. Вот. Здесь это оливье. Для пиццы надо будет тоже принести. Это корейский салат. Больше, да? Ну да. Так, надо наварить и фрукты, пока убрать. Нет, не надо. Да я тебе говорю, ты сейчас зажги, главное, все, она разгорится, Артур. Здесь тяга такая, что хорошо все пойдет сейчас. Блин, а не дашь ли это какую-нибудь тряпочку или салфетку? А, Кость, принеси туалетную бумагу. Стекло протереть. Сейчас будут многие задаваться вопросом, где мама? Мама себя плохо чувствует, осталась дома. Настроение нет, она вот, ну и все такое. Ничего, снега нет, настроения нет. Да. Да, да, вот так. Да, он тогда прыгнет. Ага. Яна, а? Смотри. Я видела, может, ты думаешь, не говорить. Нормально. А что такое гигантская, ты где-то людей? А там родинку заказала. Так пусть слышат. Все, пошло. Просто было тогда. Я же камин свой лучше знаю, вот так. Да. Можно вот так оставить. Все, короче. Сейчас он разгорится. О, я не туда, но сейчас надо делать камеры. Немного осталось. Видишь, под полочкой есть. Если я покупаю фарантицу, мне стараюсь сохранить. Только мне вообще. Супер. Очень незаметно. Красиво, да? Блин, стол такой это безобразный. Это мы его сделали таким. Как-то все в разных. В разной посуде. Ждем гостей. А вот смотри, похожая такая же собачка. Это мальчик, это Рушан с Дианой. А мы нашли девочку. Тебе привет. Да, папа! Так тише. Нормально. Ой, мамочка, не помещай. Это точно. О! О, это
это от Юры. Все знают Юра. О. Я тебе сейчас цапну как. Вот. Пучик-пучик! С деньгами! С деньгами! А что это такое? Подождите. А, сюда складывать деньги. Это копилочка. Нет, такая. Я сначала кинь, дайте монету. Неа. Пилотик. Нету, нету. На рубль не реагирует. На что на рубль? На рубль не реагирует, надо больше. А куда закинуть? А, вот сюда? Что-то? Вот что. Что-то, на рубль, говорят, не деньги это. Нужны, деньги нужны. Мелочь есть? Нет, откуда? У нас сейчас мелочь не водится. А вот так. А то это свет на все в глаза. У нас, говорит, мелочи не водится. Не надо, а. Не ломай это. Это открывашка какая-то. Не открывай, не крути, там деньги. Ну сейчас у нас нет мелочи. Сейчас у нас алсу. Одну монетку достать. Что? А вторая с ней не сработает. Достань, Никита, вот свое. Опять достать надо? Ну да, вот туда купите. Главное мне желание всем, конечно же, крепкого здоровья. А кому уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве. Холодная? Да. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. Уже все, уже Путин сказал, в каждом сердце. Уже все там недочерпные. Но у нас просто минута. Цели и покорение самых больших целей. Блин, тихо! Давай! Он опоздал! Давай, блин! Я должен же куранты брать! Где Буба? Блин, мы до конца не добрались. Нормально, съешь. Давайте, все равно сбудется. По-любому сбудется. Пилотик, правильно, давай. Как странно, обычно должны поднимать это. Чуть-чуть не. Давайте, скорее, давай. Что тебе надо? Подожди. Ура! С Новым годом! С Новым годом! Сейчас должен что-то быть еще. Тихо. Пилотик, ну тут это, блин, из-за тебя не слышно. Боится хлопушек. Ура! Ура! С Новым годом. Давай. Ой, мамочка. Всех с Новым годом. Давай. Сейчас дам, как телефон не выронить. Дальше. Ты чё? Фокус не удался. Фокусник был пьян. Какую дай кисти посильнее, давай. Сломай её. Такий стол только, она вот так поворачивается. Вот я, нифига не работает. Давайте ещё хлопушку, есть хлопушки? Может, надо было сорвать вот эту плюнку. А где? А кто? Где спрятался? Не пойму. Где еще хлопушка есть? Давайте быстрее. Еще хлопушка. Нам где-то хлопушки. Ты же не подготовился. Все, давай, пахай. Ура! Кошмар. Давайте еще хлопушки есть. А где пилотик? Он нормально, живой? Пилотик живой? Это еще ничего. А у нас соседи купили мелко-мелко порезано. И сосед напился, это, короче, над столом. Папа! Все. Как мы так же, да, у нас один раз? У нас кричит, папа, и я хочу. И она становится возле кухонного гарнитура, где вся еда стоит. Она стала, и он, папа, и вся еда там. Все выбросили. Так, ладно, у нас было намного интереснее. Мы открываем шампанское, Путин говорит, бой курантов мы. Бах! И в люстру. В люстру. И все осколки на еду. У нас вся еда в осколках была.
Да. Съемная квартира, съемная люстра. Мы потом люстру покупали, плафоны покупали. Съемная люстра. Ну, в плане съемной мы сняли, что плафоны поменяли. По бумажке, там было написано имя. И он должен этому человеку подарить подарок. Вручить подарок. А можешь? Ладно. Давай, я можно первый? Давайте. Первый. Нет, ну ладно. Хозяин дома. Да, хозяин дома. Подожди. Подожди, ты не розовенький. Сейчас. Ты не розовенький. Ну. Блин, ты целый толмок, блин. Ты Косте даришь. Костя, тебе вообще, знаешь, в тему, Костя. С Новым годом. Это? Ну, будешь свои знаки, там, причиндал доставлю. Всякие фитикушки. Спасибо. Так, я хочу. Ну, ладно. Тяни бумажечку. Тяни бумажечку. Тяни бумажечку. Мама, где подарок, говорит? Мама все приготовила. В ответ твоя мама даст подарок, ты выбери, кого ты будешь поздравлять. Поздравляю. Давай. Да, не тормози. Нет. Что там? Читай. Кантимай. Все. А, ты, давай, иди, поздравляй, бери подарок и поздравляй. Иди, бери подарок и поздравляй. Желаю всего самого лучшего. Зеленая бумажка. Я просто... Стой, подожди. Не все сложила. Ё-моё! Что такое? Подарка мне нету. И пилотик за ними, а? Пилотик, скажи, что происходит в этом доме? Ничего, скажи, понять не могу, да? Людей много, да? Да, я тебе не завидую, Дианка. У тебя там посуды полно, кухни, здесь. А ты что, не остаешься? Нет, мы с Кристинкой едем домой. А я быстро это сделаю. У меня стрика какая экзема. Смотри, что с ними. С Новым годом вас. Спасибо, дорогой, спасибо. Я просто не знаю, это все мама готовила? Нет. Знаешь ты? Да. Все, Кантима достает. Да, теперь я достаю. Меня вытащи разумно. А, то есть тот, кто... А что Кантима? А, тот, кто подарок. А, что Кантима? Подожди. А пилот тоже будет вытаскивать? Да, он вытащит. Он сам выпадает. Диана. Убегай. Нет. Что? Ты куда побежала? С подарком. Спасибо. А что такое? Покажи. Открывай. Открывай. Это шарик. То, что я люблю эти. Спасибо. Есть у меня розетка? Да, спасибо. Вон. Еще одна пирожка. Спасибо. Это что-то мы... Как здорово, я очень все люблю. Спасибо. Спасибо. Я тоже так хочу. Спасибо. Так, алсадер ты вытягиваешь? Да, сейчас, секундочку. Так. Ой, я сразу три. Что происходит? Диана! Давай! Ура! Так, сейчас посмотрим. Наконец-то я дождалась. Показывай, что там. Покажу. Показывай. Ого! Ой, ты теперь будешь у меня побритый, прям как я. Просто потом, знаешь, когда... Классно, мама вытаскивает. А я вытаскиваю. Нет, это выражение, ладно. Типа, когда тебя побрили. Нет, Рушана нельзя. Рушана нельзя. Нет. Побрить. Нет, Рушану нельзя. Артур, держи. Ты меня подготовила. Все, все. Потому что если бы ты вытащила Рушана, слышишь? Если бы ты Рушана вытащила кругом клубом, то люди остались бы без подарка. Да. Это она видела, потому что вот это как раз-таки шарики самое то, Артур, то, что нужно. Спасибо большое. А что это такое? Шарик. Это тигр. Это символ. Символ года, шарики за ролики. Так, теперь Артур вытягивает. Так, теперь самое главное, чтобы все пошло по плану. Чтобы
чтобы так. Блин, мы с Рушаном остались. Да, только не Рушан, только не Рушан. Мне пока ничего не подарили. Только не Рушан. Рушан! Нет, а почему? Крум замкнется. Крум замкнется. Да. А я без подарка. Он должен быть последним. Как лох называется, последний. Все, да. Все. Да. Толстуша, давай. Все, Рушан, без подарка тебе будет. У меня получается, Рушан. Да? А у тебя что такое здесь? А почему? А чтобы круг замкнулся. Если бы сейчас... Спасибо. Все, на тебе Рушана. Это Рушан. Ну, спасибо. У нас просто получилось. Раньше а еще есть подарок? Замкнулся. У меня нету больше. Больше нету? Получилась женщина, одна без подарка. Нет, есть. И она обиделась и ушла. Да? Да. Это другое. Кто? Это сейчас конкурс. Женщина ушла, но так получилось. Просто я знала, что еще и подарок. Я знала. Открывай, Руш. А чем вы тут замотали, блин, так, чтобы это, я помог. Подожди, где зажигалка? Мы спали. Что за бечевка? Чем учиться? Мы его спали. Нет, мы в деревне живем, а бечевка в деревне всегда нужна. Да, я, например, тоже мне Кристинка подарки дарит, я веревочки складываю. Ну, да, да. На следующий год завязать, допустим, там марту подвязать. Кому? Марту. Есть один момент, Кристина любит все упаковать, так потом... Старалась. Мне надо упаковщиком работать. Что-то здесь. Я думаю, Рушан это мне нужно. Я думаю, Артур может поменяться с Рушаном. Почему? Рушан елочку и игрушки, а Рушан слушает музыку. А, наушники. А, поменяйся с Артуром. У нас есть просто такие. У нас есть такие. У нас есть. Да, у нас есть такие, я даже могу показать. И не одни. Спасибо, Рушан. Поменяйтесь. Дай ему тигренка. Верни нашего тигренка. Мы его так долго искали. Выключила на самом интересном месте. Спасибо. Спасибо, я тоже дарю. А тебе? Да, да, дарите, ладно. Дарим, вот чтобы вы были оба бриты. А, то есть мы семья не бриты, да? Кстати, нам надо канал переименовать. Да. Не Диана Рушан, а себя не бритый. Спасибо. О, спасибо. Все, все, там бикини вам одинаковые. Так, сейчас. Диана, посмотри. Да, как у мамы. Нет. У мамы другое. У мамы елочка и колокольчик. Ты же сказала, что мы должны по одному подарку. Я просто не смогла устоять. Я просто, когда это видела, я не смогла. Да. О. Все. Куда ты повесишь? Да, Артур. И можно оба. А вот это что? Спасибо. Нет, не она. Я угадала. Я ж люблю, когда подготовились вообще. А ну у меня уже дома стоит стакан. Это Рафаэлка. Подарки, короче, не заканчиваются. Рафаэлку я люблю. Ну больше ты любишь распаковывать подарки, то что не видишь еще. Я уже читаю, что раз, это номер. Как знала? Я ее видела. Это косметичка? Серьезно. Какая косметичка тебе? Это корзина. А, корзина? Да, я покупала домой, извините. Ну, пожалуйста. Класс. Блестящая, как ты любишь. Ну, нормально, я подключу. А кружка где? Здесь прикольно, но говоришь, ну, кружка. Диана, ты будешь что, в косметику оставлять? Да. Ого! Так, теперь я распечатаю подарок. Давай. Так. Ой. Так нашли, Косте, подарок? Нет, Костя, твой подарок пропал. Сперли, представляешь, твой подарок? Так, вот это Лерочке надо. Это Лерочке надо. Это туда, а подарок? Хорошо, правда, не твой, наверное. Нет, это твой шоколад. Шоколад. Ты же любишь шоколад. Вот это я люблю. Ну вот, с шоколадом, шоколадным. Ой, у Леры день рождения сегодня. Она красиво, что-то красиво попала. Первого числа? Угу, красиво. Да, она прям под бой курантов родилась. Угу.
Фила, ты кто в шоке? Я просто помню этот день, когда я, получается, звоню Катринке, чтобы поздравить ее с Новым годом, блин, она мне говорит, а она в роддоме. А ты что, не знал? Так ее увезли, можно сказать, вот-вот-вот-вот под Новым годом. Вот, я позвонил ее с наступающим, поздравил, она еще дома была, а звоню уже поздравить с Новым годом, ее уже нету. Рушан, обрежь, пожалуйста. У нас здесь нет ножа. Да ты что? Ну-ка, покажи. Мне сон сегодня приснился, что вы с Артуром котел наш на кухне тушили. Котел у нас загорелся. Я когда камин зажигал, у меня эти все мысли из головы выходили. Какая много красивая. А можно не открывать? Много. Сколько останется? Слушай, а я хотела запаковать, но кинулась, а бумаги нету. Я еще есть. Давай, снимай. Потому что люблю пополнить. А я знаю, что там. Я не знаю. Кружка. Ты загад. Ой. Новая большая. Угу. Каждый год теперь будет у тебя новая кружка. Да. А, прошлый год тоже была кружка? Да, красная. Это прошлый год. В прошлый год не кружка. А нет, кружка. Нет. Кружка такая большая, красная. Набор инструментов был. Нет, на день рождения был набор инструментов. А, да? Значит, кружка была красная. Угу. И у меня тоже с Алиной. Фантазия. Руш, ты очень долго открываешь, а? А знаешь, как трудно подарки? А до сих пор мы, допустим, один подарок не купили. О, подарки покупать уже нет, не знаю. У меня прям голова. А я люблю. Да, люблю, блин, ну вы кто его так запечатал, а? Потому что крышка. Готическая кружка. Классно было. Да. Она большая. Полфейса. Обалдеть. Тогда пиво пить. Нет, кофе, вот. Кофе как раз. Он такими кружками вот именно кофе пьет, блин. Нет, пиво это кофе. Ну классно. Это мало. Так, пошли искать подарок, блин. Костик, да, все, Костик, без подарка осталось. Надо подарок срочно найти, срочно подарок. Учись, это надо уметь делать. Как вкусный пластик. Классно, это для волос. Где? Вот. Да? Сейчас мы прям намажем. Я уже опять нарисовала. Ну-ка, дай я понюхаю, я не... Ну-ка. Угу. Я вообще очень люблю все это. Очень. Я не заметила. Мне тоже что-то есть. Да? Ой, ты... А, ты же с нами был, когда она с нами в этом была? Да. В магните. Ты ее руки видел? Да. Ей надо было 10 их. Я просто говорю... Чтобы все унести. Это мне...